Привет. У меня только что был клевый опять спуск. Я, короче, на вингах подсел на винги. Хочу еще раз это сделать. Это было что-то. Я шел по стриму. По самому стриму. И... хочу еще раз прыгнуть. Так прикольно. Немножко не хватило мне нескольких метров, чтобы выйти уже дальше на большую высоту. И дальше снова лететь очень долго. Но так прикольно, прямо над самой водой вообще. Очень должно быть интересное, как бы сказать, экшен. Очень интересно должно быть летать на винге на настоящем, но, наверное, сказать, это развлечение, ну то есть в один конец может быть. Я шел, когда у меня было меньше высоты. Не должно получиться. Или грибаю. Выгребаю! Почему, интересно, я пролетел так? О, я выгребаю, нормально. Я лечу прямо над землей и не падаю на нее почему-то. Я не знаю почему. Давай, чувак, давай. Давай, пожалуйста. Нет, это же все. Выгребай. Оп. Нет, только не в стрим, пожалуйста, решал обалдеть. Я не хочу в стрим, нет! Нет! Не надо. Вот нафиг. Хотел, блин, поплавать. Утешительный приз. О, как мудро, как хорошо, правильно сделал вообще. Столько дома и рассказал. Да ты что, люди не догадаются в таких местах поставить. То есть это надо, ну, только в одном месте можно такое сделать, а в остальном как их подобрать. Но АИ можно задать очень четкий параметр. Какой? Значит, если бы величина водопада, по которому, ну, водопады проложены так, чтобы мы могли на них вот такое делать. Если величина водопада столько-то, под ним ставить камень и за камнем ставить штуку. Все. Мало того, я уверен, что, вот видите, тут еще можно типа грабл сделать. Скорее всего, все это именно просчитано и на карте раскидано как... То есть есть логистические программы. Давным-давно у нас есть программы логистики, которые рассчитывают оптимальный маршрут до... Так, пацаны, спокойно, без песен, блин. Которые хорошо, отлично... рассчитывают маршрут, да, развозчика, например, грузов, то есть обычная логистика. И натравить такой алгоритм на карту с задачей, да, она в раз справится. А если это пропустить через сети, то через нейросеть, у них разные виды есть, я не знаю, какую конкретно тут надо использовать, но если ее пропустить, то она обработает и вычислит оптимальнейшие места для расстановки. А мы знаем, что здесь не так много на уровне, ну, не так много на портрае приколов. Тут есть вот эти рюкзаки, больше ничего нет. А есть всякие вот став такой типа в коробках, в таких коробках, в сяких коробках, медкиты, оружие. То есть тут предметов десяток по всему уровню, одинаковых предметов. Расставить их в нужных местах, а особенно в местах риска, это очень правильно, потому что если я рискую и несусь вниз, то там мне, скорее всего, понадобится... Уже
то близко. Давайте без вот этого. Ты на меня не шипи. Я на мотоцикле. Забудь, но будешь забыть. Ты будешь забыть, будешь идем. Чего там?